Босс, подробная статистика готова. Вся информация у меня. Включая информацию по текстильной компании, которая недавно к нам присоединилась. Босс? Что тут происходит, Муса? Это часть фотосессии с мужской одеждой. В женской части снималась Андреа, а сейчас готовится к мужской. А какое отношение эти мужчины-модели имеют к моей жене, Муса? Этим занималась сестра. К ней вернулась память, и она снова взялась за работу. Очень хорошо. Очень хорошо. Просто замечательно. Понятно, понятно. Посмотри на меня. О чем мы только что говорили? О чем мы говорили? Ты сказал, что не начнешь ссору. Так ведь ты обещал. Отойди, я поговорю с ними. Хорошо. Мне нравится, как получилось. Азан, ты как раз вовремя. Мы подобрали образы для моделей. Что думаешь? Очень красиво. Очень красиво. Похоже, ты закончила. Пойдем. Давай. Нет. Вот что я тебе скажу. Жаль, мы не догадались сделать групповую фотосессию раньше. Нам было бы гораздо проще. Ну, я так думаю. Наверное. Эстра Ханым, вы сама как модель и могли бы принять участие в съемках. Большое спасибо, но это невозможно. Сейчас принесу тебе рубашку. Нужно ее поменять. Что ты сказал? Что ты сказал? Отвечай, он задал вопрос. Ты что-то сказал? Что ты сказал? Думаешь, мы попадемся на такие уловки? Да? Давай! Бери своих мускулистых дружков и выметайтесь отсюда, чтобы глаза мои вас не видели. Ясно? Держитесь подальше от моей жены! Идите! Давайте! Идите! Зачем мы пригласили модели мужчин? Зачем мы их пригласили? Почему не взяли манекены, а? Почему? Азан, что ты такое говоришь? Ты понимаешь, что тут устроил? Что происходит? Что происходит, Азан? Что? Что думаешь насчет того, чтобы поменять рубашку? Подержишь? Как пожелаешь, дорогая моя жена. Ты всегда знаешь лучше всех. Супер. Тогда завтра еще раз по всему пройдемся. Спасибо. Да, давайте. Еще раз. Да-да-да. Вы, кстати, красавцы, правда? Спасибо. Всегда улыбайтесь. Поверить не могу. Как здорово. Хочу тебе поаплодировать. Я даже на мгновение тебе поверил. Скажи, ты в порядке, брат? Все хорошо? Нет, не в порядке. Ты разве не видишь, Муса? Я не в порядке, но справился ли я? Справился. Справился. Обошелся без ругани. Молодец, брат. Я тобой горжусь. Посмотрим, справится ли с Раханым. Сможет ли она переплюнуть это представление. Иншалла. Азанбей здесь. Пынар. Азанбей. Хильмибей. Здравствуй, Азан. Добрый день. Мусабей, я хотела показать вам отчеты. Конечно, идем. Как вы? Хорошо, спасибо, Азан. У меня для тебя новости. Слушаю вас. Азан, есть один бизнесмен, Салим Кая, возможно, ты о нем слышал. Он недавно купил одного из наших конкурентов. Да, слышал, знаю. Сейчас он говорит, что собирается купить и Millennium Soft. Мне сказали, что он настроен решительно. Хельмибей, каждый может говорить, что ему хочется. Но наша компания не продается. Азан, он не похож на других бизнесменов. У него темное прошлое. Он не отличает хорошего от плохого. Я понимаю. Но не волнуйтесь. Я не раз сражался за эту компанию, чтобы сделать ее такой, какая она есть. И буду сражаться еще, если потребуется. Если Салим Кая хочет нашу компанию, он сделает предложение и получит ответ. Конечно, просто хотел тебя предупредить. Он один из тех, кого не стоит делать своим врагом. Он очень опасен. Понимаю. Понимаю, о чем вы, Хельмибей, но, как я и сказал, наша компания не продается. Ему стоит это понять как можно скорее. Выпьем кофе? Давай. Вот так. Цветы готовы. Аллах, какой же красивый стол. Сынок, идем, садись за стол. Папа скоро вернется. Иди сюда, иди. Иди, дорогой, давай. Садись.
Хорошо все получилось. Папа пришел. Дорогая? Сынок, я так проголодался. Мы проголодались? Проголодались. Давайте есть. Я с трудом вечера дождался. Приступим. Приятного аппетита. Эсра, по-моему, недосолено. Недосолено, значит? Да, немного. Давай тогда добавим тебе соли. Вот так. Подойдет? Как-то мало, так что насыплю еще. Как теперь? Нет, все равно недостаточно. Смотри, я сейчас сделаю. Недосолено, значит, да? Вот, пожалуйста. Нравится? Как тебе столько соли? Как столько соли? Как, Азан, нравится? Хорошо посолила, а? Ты ел в доме своей матери и говоришь, что у меня еда недосолена. Я пришла после работы, уставшая. Несколько часов пробыла на кухне. Посмотри, сколько блюд я приготовила. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, плюс салат. В нем тоже мало соли, да, сейчас? Стой. Нет, сиди, не вставай. Все хорошо, сынок, все хорошо. Все нормально. Сынок, все в порядке. Ну нет, ну что ты делаешь? Недосолена? Что ты творишь? Вот тебе соль, Азан, добавлю немного в салат. Что ты делаешь? Сынок, не смотри. Как тебе? Нет бы меня ценить, нет бы сказать спасибо, жена. А что ты говоришь? Ты говоришь, что недосолено. Ладно, вот тебе соль, нравится? Теперь ее в салате достаточно? Достаточно, Азан, а? Говоришь, недосолено. Приятного аппетита. Наслаждайся. Эсра. Эсра? Недосолено. Так показалось. Правда? Недосолено. Держи, муженек. Но все равно вкусно выглядит. Все равно? Все равно надеюсь, что тебе понравится. Мой любимый муженек. Приятного аппетита. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.